Сегодня мы празднуем Международный день цирка, который в Луганской Народной Республике празднуется уже в третий раз. Этот Международный день цирка утвержден Всемирной Федерацией цирка, которой руководит принцесса Монако Стефания. Вот во всем мире это празднуется, у нас это третий раз. Сегодня в этом празднике принимают участие все лучшие цирковые коллективы Луганской Республики из Луганска, Свердловска, Краснодона, Молодогвардейска, Алчевска, Луганска. Поэтому как бы праздник очень насыщенный, и, конечно, мы благодарны нашим постоянным партнерам в проведении этого праздника. Это Луганская академическая филармония, Луганская академия культуры и искусств и, конечно же, Луганский государственный цирк.